Всем привет! Здравствуйте, подписчики нашего канала. Я Полина. А я Ариша. На улице лето. Можно купаться, кататься на самокатах, надувать бассейн. И сегодня мы покажем, как мы замораживаем клубнику на зиму. Клубнику хорошо моем. Сейчас мы будем отрывать от клубники хвостик. Клубника у нас стекла, теперь мы будем ее замораживать. У нас есть несколько способов. Первый способ, мы целую клубнику ложим в пакет. Сейчас мы ее будем накладывать. Теперь мы ложим клубнику замораживать. Вторым способом мы размалываем клубнику. Клубника должна быть 1 килограмм и сахар 1 килограмм. Сейчас мы будем насыпать клубнику сахаром. Еще чуть-чуть добавляем сахара. Сейчас мы будем продолжать рисовать клубники. Мы размололи нашу клубнику, она превратилась в жир. Мы оставили кусочки клубники, чтобы мы чувствовали клубнику, когда ели. А вы как хотите, можете ее блендером размолоть. И сейчас мы будем эту жижу накладывать в контейнер. Третьим способом мы взобьем клубнику блендером и добавим туда мед. Теперь мы туда же добавляем мед. Теперь нам нужно это взбить. Четвертым способом мы будем делать клубничный лед.
Я лично люблю манговый лед. Ариша, ты какой любишь? Я люблю полный лед. Сейчас мы посыпаем в чашку нашу клубнику. Дальше мы добавляем сахар. Добавляем немного воды. Теперь мы это все хорошо взбиваем блендером. Кому интересно наше видео, ставьте лайк, пишите комментарии, как вы готовите эту клубнику. И подписывайтесь на нашу любимую бабушку. Всем пока! До новых встреч!